Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Донни и добро пожаловать на канал. И сегодня мы вместе с вами снова играем в мобильный КРМП, и это у нас Black Russia. Ссылочка на проект находится в описании к этому ролику, скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. И ребят, также при регистрации вашего аккаунта не забывайте вводить мой промокодик. Для этого в чате вводите команду, которая называется /promo, открывается окно, выбираете пункт номер 1 и в этом окне выводите промокод, который называется #Donny. Далее клавишу ввести, и сразу после этого вы получаете 15 тысяч рублей на свой баланс, а также автомобиль Rolls-Royce Cullinan, скин и аксессуар совершенно бесплатно. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику и не забывайте играть вместе со мной. Я играю на серваке Orange на Black Russia. Вступайте в нашу большую дружную семью, прямо сейчас принимаем всех игроков на высокие ранги. Итак, ребят, сегодня в этом ролике я покажу вам всю известную информацию по поводу обновления на Black Russia. Но по самое начало этого ролика я показываю вам комментарий, который победил в этом видосе и зарабатывает 3000 бесплатных блэккоинов на любом серваке Black Russia. Если у тебя тоже есть желание победить и заработать 3000 бесплатных блэккоинов на любом серваке Black Russia, то просто в комментариях под этим роликом напиши слово «участвую», любой комментарий, на чтобы в нем было слово «участвую». Чем больше комментариев от тебя, тем больше шансов, что победишь именно ты. Пиши именно разные комментарии, потому что одинаковые комментарии YouTube просто блокирует. А под прошлым комментарием победивший написал целых 15 разных комментариев. Итак, ребят, на Black Russia вышло обновление. Обновление у нас коснулось криптовалюты. Новая криптовалюта, которую разработала Black Russia специально для своих игроков. Криптовалюту может получить каждый игрок на Black Russia, выполняя самые простые действия. Например, пригласить друга, либо же отыграть какое-то время, не выходя из игры, проехать на автомобиле какое-то расстояние и так далее. Чем-то очень похоже на обычный Black Pass, тоже выполняя задания, вы получаете очки Black Pass, но здесь вы получаете реальную криптовалюту. Также на Black Russia добавили новый кейс, кейс Литвина, в котором у нас есть различные интересные призы. Самый главный приз — это автомобиль ЗАЗ, тот самый ЗАЗ на расширении, который мы видели уже очень давно. При выходе одного из обновлений в честь дня рождения проекта мы видели вот такой вот ЗАЗ на расширениях, но в игре так он и не появился, он появился в кейсе Литвина. Также разработчики неоднократно показывали нам обновленный город Нижегородск, где нам добавят полностью новый Кремль и также огромный город за Кремлем. Появится новая набережная, само новое большое здание Кремля. Кстати говоря, по поводу выхода обновления с обновленным Кремлем и обновленным Нижегородском нам показали еще во время выхода обновления в честь дня рождения проекта. Это было 1,5 месяца назад. Ну и также разработчики показывали нам обновленный гоночный трек, который тоже касается именно города Нижегородск. А что вы думаете по поводу этого обновления? Что вам понравилось больше всего? И самое главное, как вы думаете, вот эта вот идея с криптовалютой на Black Russia? Насколько это, по вашему мнению, интересное дело и будете ли вы копить криптовалюту от Black Russia? Ребят, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, а также играйте вместе со мной. Я играю на серваке Orange на Black Russia и вступайте в нашу большую дружную семью. А также при регистрации вашего аккаунта не забывайте вводить мой промокодик, который называется #Donny. Именно он даст вам классные плюшки для старта игры, а именно 15 тысяч рублей на ваш баланс, а также автомобиль Rolls-Royce Cullinan, скин и аксессуар совершенно бесплатно. И также не забывайте участвовать в конкурсе на блэккоины. Для участия просто в комментариях под этим роликом напиши слово «участвую», любой комментарий, чтобы в нем было слово «участвую». Чем больше комментариев от тебя, тем больше шанса, что победишь именно ты. Всем удачи и всем пока-пока.